Очищают водоемы от ила, камышей и мусора. В городском парке готовятся к шоу, которое пройдет на выходных. Разработка конструкторов агромаша проходит вдоль берега. К трактору на тросе прикреплены грабли. Они буквально прочесывают пруды, удаляют мусор и растительность. Мы с конструктором выехали сюда, предложили план чертежа директору парка, согласовали его, потом сделали 3D-модель. Деталировочку отдали в цех, все это в цехе изготовили за один день данное приспособление и сюда привезли для работы. В субботу в парке культуры и отдыха горожан порадуют сразу двумя красочными шоу. Сперва запланирован Color Fest, вечером бобруйчанам предложат запустить на воду фонарики.